Как вы считаете, есть ли жизнь после смерти? Мне кажется, что есть перерождение. Перерождение, реинкарнация? Да. А вы как считаете? Безусловно. Безусловно. Почему мы тогда не помним свои воплощения? А на это тоже есть ответ, так как человек в утробе, он помнит то, что было на прошлых жизнях. Но когда он рождается, он перешагивает барьеры и все забывает. Скажите, пожалуйста, как это знание о том, что есть жизнь после смерти, должно влиять на нас сейчас, в текущей жизни? Я не знаю. А вы как считаете? Не надо скорбить, если кто-то погиб. То есть это, может быть, облегчает какие-то страдания, потому что без воли, Господа, можно сказать, ничего бы не происходило. Конечно, физическое не может быть. Духовный может где-то наверху. То есть это возможно, что душа живет дальше после смерти тела? Возможно. Потому что есть какой-то высший разум, который где-то наверху. Но ведь жизнь возникла не случайно, а возникла она по какому-то замыслу. А замысел этот быть во Вселенной. Так что я много читаю про космос, про Вселенную, про... Ну, нигде конкретно нет такого вопроса. Был или не был? Есть, но в какой-то иной форме. То есть не в телесной? Да, не в телесной. Как это знание должно помогать нам в текущей жизни? Как должно помогать? Мы должны жить немножечко с оглядкой на то будущее, которое, возможно, состоится. Мы на это не можем повлиять, мы не знаем наверняка, да или нет, но вероятность такая есть. Ну, как говорится, чтобы не стыдно было потом. Очень многие люди считают, что жизнь после смерти есть. Как вы считаете, почему же тогда наше общество не является высокоморальным и нравственным? Потому что причины этого гораздо глубже лежат. И люди в основном, в большинстве, я так думаю, живут здесь и сейчас и не думают о будущем ни в каких аспектах, ни в экологических, ни в духовных. Большинству людей важно сейчас то, что происходит, и благополучие сиюминутное. Текущий момент. Текущий момент, да.